Привет, я Юля, и я кореяголик. Я обожаю Корею, я обожаю корейскую косметику. И именно сегодня я вам расскажу, с каких сайтов я заказываю корейскую косметику и покажу свои последние заказы. Если вы впервые на моем канале, то давайте знакомиться, присоединяйтесь, и будет интересно. Естественно, моя любовь к корейской косметике и знакомство с ней началось с сайта eBay. eBay — это такой огромный рынок разных продавцов со всего мира абсолютно. Поэтому, заказывая с этого сайта, если на нем указано, что продавец из Южной Кореи, я не сомневаюсь, что мне придет, допустим, посылка из Китая или еще откуда-то из другой страны. Для того, чтобы зарегистрироваться на этом сайте, вам нужно подтвердить всю информацию. И если вдруг вы будете присылать что-то нелегальное, на вас пожалуются, eBay вам откажет в предоставлении площадки, и на этом ваш бизнес закончится. Поэтому я доверяю этому огромному интернет-рынку, можно так сказать. Но единственное, не всегда на каждую посылку на eBay вам выдается трек-номер. Соответственно, вы не можете ее отследить и не понимаете, на каком этапе доставки ваша посылка потерялась, допустим. Мне последнее время пару раз мои посылки не приходили. Хорошо, что я следила за этим и вернула свои деньги, но все-таки мне же хотелось получить продукт, а не просто возврат денег. Поэтому я начала засматриваться на интернет-магазины. И очень многие магазины сейчас, которые работают на eBay, они открыли свои собственные сайты. То есть у них даже название одинаковое. Я в инфобоксе обязательно оставлю все ссылки на свои любимые и проверенные интернет-магазины на eBay, и сейчас покажу те посылки, которые мне пришли именно с корейских интернет-магазинов, с корейских сайтов. И первый сайт, о котором я хочу сказать, это, конечно, Style Korean. Они сейчас набирают просто какие-то бешеные обороты. Они перевели свой сайт на русский язык, что очень удобно, вам не нужно пользоваться там дополнительно переводчиком, если вы не понимаете английский язык. Но единственный момент, что доставка у них всегда платная и есть ограничения по весу. Поэтому здесь не будет такой халявы с бесплатной доставкой, как на eBay, но зато у них очень классный ассортимент товаров. А именно, на Style Korean есть большой ассортимент бренда Dr. Jart. Если вы не знали, то в России бренд Dr. Jart представлен в сети Il de Beauté, и если у вас нет скидочной карты, то эти товары достаточно дорогие, что не сказать про Style Korean. Например, вот эти вот маски. Помните, я делала отдельное видео с тестированием вот этой резиновой маски. У них очень классное оформление. Называется маска Shake and Shot. Я заказала себе ту версию, которой у меня не было на момент записи видео с тестированием этих масок. И когда ее заказывала, эта маска стоила 340 рублей. Это очень дешево, потому что в России эта маска стоит в районе 800 рублей. Даже если вы платите доставку, вам все равно выгоднее получается заказать эту маску с корейского сайта. В этом же заказе у меня были вот такие тканевые маски, это тоже Dr. Jart, и здесь целых 5 масок. Я уже попробовала 3, и хочу вам сказать, что мне очень нравится, как они работают, они успокаивают кожу, и, наверное, я закажу себе еще какой-нибудь вид. Вообще, очень удобно заказывать тканевые маски комплектом, потому что мне все-таки нравится использовать их курсом, ну или хотя бы каждый день наносить новую маску там в течение недели, потом делать перерыв и опять делать такие вот масочные марафоны, можно так сказать. Мне это нравится, и вот эта маска от Dr. Jart меня тоже не разочаровала. Вы же знаете, что я настоящий маскоманьяк, и я заказала еще одну себе маску, это уже Innisfree Black Green Tea Mask. И это одна из тоже самых известных масок. Вот такая у нее упаковочка, и она имеет такую жидкую гелеобразную желейную текстуру. Эта маска охлаждает, эта маска успокаивает, и она будет отличной находкой, если у вас сухая или чувствительная кожа. После нее очень приятные ощущения, но это все я расскажу в отдельном видео про маска-маньяка, часть 2. Маньяк. Продолжение. Также на Style Korean есть такие бренды, как Pyeongchang Yul. Да, очень длинное такое странное название, но я заказала вот такую ампулу. Пока у меня есть только такая ампула, это сыворотка, которую мы наносим под крем. Она имеет тягучую, густую текстуру, но на самом деле, если бы я не лечила свои акне, то мне летом хватило бы одной этой сыворотки без нанесения какого-то крема, потому что она супер классно увлажняет, кожа мягкая, на утро она тоже
нормальная, она не жирная, не сухая, поэтому прям классная такая линейка. И особенностью бренда Pyeongchangyul является то, что у них очень короткие составы, то есть очень простые средства, у которых один активный работающий ингредиент. Я знаю, что для многих это важно, поэтому присмотритесь к данному бренду. И еще один бренд, о котором бы я хотела сказать, который представлен на Style Korean, это бренд Hamish. У них очень концептуальная такая упаковка. Я пока пробовала только тонер, он у меня уже закончился, но мне настолько нравится их дизайн. Он такой сдержанный и простой. И это у меня был Clean Up Peeling Toner, то есть тонер, который немного избавляет вас от ороговевших клеточек, выравнивает текстуру кожи, и действительно, при всем при этом, он еще и деликатный, он не щипит кожу, у него нет каких-то агрессивных компонентов, поэтому тоже могу посоветовать уже в большом варианте, потому что у меня это был такой travel вариант. Еще один очень известный интернет-магазин — это Rose Rose Shop. Я у них заказывала еще с eBay, но сейчас они создали целый интернет-магазин, там тоже очень много различных брендов. У них есть также свой бренд, который называется Neuli. Я уже показывала сыворотки от этого бренда, они очень классные. И вот сейчас у них вышла такая новинка, это peeling pad в индивидуальной упаковке. Очень напоминает пэды, которые есть у COSRX. И, естественно, я не могла их не сравнить, потому что COSRX — это мои любимые пэды, которые и очищают, и успокаивают, и классно подходят для проблемной кожи. Вот эти пады, конечно, классные тем, что они в индивидуальной упаковке, и вы можете взять, допустим, 7 таких штук с собой в путешествие, в поездку, вы можете взять парочку штук в командировку, это очень удобно, но я бы не сказала, что у них такое явное действие, то есть вы используете их просто вместо тонера, они увлажняют кожу, и на этом больше для своей проблемной кожи я не увидела действия. Возможно, если вы не хотите избавиться от каких-то следов постакне, каких-то мелких прыщиков, то вам эти пады подойдут. Мне же нужен более такой хардкорный вариант, и поэтому я все-таки использую COSRX. К вот этим, скорее всего, вернусь, когда у меня все-таки нормализуется состояние моей кожи. Я надеюсь, что это когда-нибудь случится. Давайте покажу те маски, которые заказала с Rose Rose Shop. Конечно, что я могла еще заказать, если не маски? И здесь уже были не все мне известные бренды, мне просто захотелось что-то попробовать, что не на слуху, что неизвестно. Возможно, в Корее эти бренды популярны, но в России я лично про них не слышала. И первый бренд Tavi, мне даже сложно прочитать вам название. И эта маска в такой вот простой упаковке, это пузырящаяся розовая глиняная маска. То есть это такая кремово-глиняная текстура, которая начинает пузыриться, когда вы наносите ее на кожу. Опять же повторюсь про все маски детально, я расскажу в другом видео, сейчас просто покажу, что я заказала. Еще с Rose Rose Shop ко мне приехала вот такая маска от Mamonde. Что-то у меня все пузырящиеся маски. Очень мне захотелось именно такой формат, потому что глиняных, в принципе, у меня достаточно, а пузырящиеся маски мне безумно нравятся, они более легкие, не такие супер очищающие, но пузырящаяся маска, она включает в себя и очищение, и увлажнение, поэтому я выбрала такие. У маски от Mamonde тоже такая классная упаковочка, большая достаточно банка. И еще одна маска, которую я заказала, это уже бренд Hanyul. Наверное, так произносится. Я надеюсь, что я все правильно говорю. И это маска с артемизией. Артемизия по-русски — это полынь. И действительно, маска пахнет такой вот прям степной травой, я бы сказала. Она имеет глиняную основу, и она супер очищающая. У нее в составе прям какие-то травинки есть. Вот так она выглядит. Все подробно расскажу потом в видео про маски, поэтому не забывайте подписаться. И еще в свой заказ добавила две вот такие тканевые маски, одну уже использовала, одна — это Etude House, это серия AC Clean Up, и это серия для проблемной кожи, и вторая маска, она идет такая антивозрастная от Innisfree, еще не пробовала ее, она как раз для носогубных складок, посмотрим, можно ли что-то сделать с тем, что у меня здесь уже наклевывается в виде неприятных морщинок. Еще один достаточно известный интернет-магазин — это Cosmetic Love.
И это такой классический корейский интернет-магазин, где есть очень много разных брендов, но меня привлек бренд Laneige. Я очень давно засматриваюсь на продукты от этого бренда. Я бы не сказала, что это какой-то бюджетный корейский бренд, но в то же время это и не люкс. Я себе заказала такую ночную маску для губ, и здесь целых 20 грамм. Чтобы вы понимали, я этой маской пользуюсь уже на протяжении, наверное, месяца или даже полутора месяцев, и у меня ее закончилось совсем-совсем чуть-чуть, поэтому мне кажется, даже при ежедневном использовании вот такого количества маски для губ вам хватит просто на несколько лет, если вы, конечно, не визажист и не используете это для клиентов. В наборе здесь идет такая удобная лопаточка, она идет в таком вот прозрачном кейсе, и сама лопаточка очень удобная, она вот такая силиконовая. Наносить ей просто супер комфортно и быстро на губы данное средство. Я хотела еще заказать ночную маску для зоны под глазами, но, к сожалению, ее не было в наличии. И мне за нее вернули деньги. Но еще в довесок в этот заказ я добавила вот такие вот патчи от COSRX. Это патчи для проблемных зон. Они более тонкие, чем такая же красная версия. То есть предполагается, что эти патчи вы можете клеить днем, а красные наносить ночью, потому что они более такие плотные и толстые. С корейскими сайтами, наверное, у меня все, но я бы хотела еще отметить один интернет-магазин, который создала Бохян. Вы ее, конечно же, видели в моем влоге. И Бо кореянка, но живет она в России, и по многочисленным просьбам подписчиков ее канала она создала такой вот интернет-бутик корейской косметики, но здесь вы не найдете супер популярные бренды. Это действительно бутик той отобранной косметики, которая есть в России только там. И так как я знакома с Бо лично, я знаю, что она отбирала эту косметику в Корее, она общалась с производителями, она была на заводе, и там собраны действительно те средства, которые супер круто работают и дают результат. Поэтому, если вам интересно протестировать что-то эксклюзивное, то вам нужно в интернет-магазин Bonnes Pouch. У меня, к сожалению, не было опыта заказа с российских интернет-магазинов корейской косметики, но я знаю, что очень популярный интернет-магазин Holy Shop. Если заказывали что-то оттуда, напишите мне. Ну и, конечно же, у меня было отдельное видео про сайт Jolsi. Это корейский сайт, тоже с огромным ассортиментом косметики. Я вам с уверенностью скажу, что это проверенный сайт. Если вы что-то хотели заказать оттуда, то не сомневайтесь, сделайте заказ. Они очень четко работают, у них большой ассортимент, и там очень много всяких бонусов и подарков кладут вам в посылку. Ну что, на этом буду заканчивать свое видео. Напишите в комментариях сайты, с которых вы заказываете корейскую косметику. Я с удовольствием с ними познакомлюсь. Если знаете проверенных продавцов на eBay, то тоже пишите, потому что косметики много не бывает, а корейской уж тем более. Ну и мы с вами увидимся совсем-совсем скоро. Пока-пока!